себе. Это что такое тут произошло? Всем доброго времени суток. С вами канал Артмана. Какой кошмар, смотрите. И, кстати, он спал сегодня довольно хорошо. Даже тумбочку подвинул. Даже почти не просыпался. Я слышал, он проснулся, поковырялся. Что-то, кстати, вот такие вот дни, когда очень много всего разбрасывает каким-то непонятным образом, у него довольно тихо. Да. У нас очень холодно. Дима продолжает ремонт делать. Да. Тут еще Тотору ты не достаешь пока. Кака. И салфетки. Как он обожает эти салфетки. Ты всю пачку, что ли, вытащил? Блин, там вообще полно вон. Дима, зачем ты вытаскиваешь, а? Ты зачем вытаскиваешь? А? Что там? Простынка у тебя новая? Не закакал еще ее? Все, ты зачем такой беспорядок устроил маме утром? Что, время? Время, да, 10 часов уже к 11, как обычно, в 10:40 мы с тобой кушать садимся. Да? А ты спишь. Давай, давай, давай. Ой, ой, как интересно. Она застряла там. А знаете, что самое интересное? То, что он кроватку передвинул. То есть, видите, вот это выше перекладина, а это ниже. Вот это вот ниже перекладина стояло около вот этой стенки. Соответственно, вот этот вот с музыкой был с другой стороны. То есть он не тут был, а он был вот здесь вот. То есть он ее даже полностью развернул. Да? Бесстыдник маленький. Ну как так можно было, а? Ты мне опять всю пачку салфеток разбросал, как всегда. Я эту уж пачку салфеток стала прятать на этот, на подоконник. Там достает. Я уже стала на этот стульчик ее класть. Опять достает. Ты что ж такое? Офигеть там. Офигеть. Да ее всю. Кошмар. Вот она. Еще и закрыл, кстати. Пустая вообще, абсолютно пустая. Офигеть, Дима. Кто мне ее будет обратно теперь складывать? А? Ты маленький бесстыдник. Ты будешь собирать сейчас, все утро будешь убираться, да? Я буду отдыхать, а ты будешь убираться, да? Да? Кто будет убираться? Дима? Дима будет убираться, да? Ну давай, будем вставать с тобой. И кто пришел? Мягко на подушке. Папа. Ой, ой, как что-то там. Скажи, па, да ты не там щекотишь. Мне щекотно в другом совсем месте. Да. Куда ты так смотришь? Он понимает, что его снимают. Да, он понимает. Он ее вообще, когда она, как камеру включаю, он вообще сразу начинает
Глазки ей строит Камерин. Отдыхает, Лежа. Отдыхает. Короче, у тети Тани. Вот я сливаю вообще-то. Отдыхает. Как Дима спит? Как Дима спит? Дима так вот спит, да? Спит вот так. У тебя домик там? Опа, попался, который кусался? Попался. Ой, на папке лежать хорошо. Как? За нос, папа. Где у папы носит, где пупок? Дима? Где у Димы пупок, а? Вот пупок. Ну вот тут пупок. Ему. Так вот ему там вообще там щекотка. Пупок. Это самое щекотное место у тебя. А у тебя папа нет? Нет пупка у тебя? У меня есть глубоко. Пупок. Ну, что, ты не щекотный, что ли? Уже взрослый, да? Пупок. Это ниже у него там. Как раз где-то вот тут вот. Где у папы носик, Дима? Носик у папы где? Покажешь? Где? Скажи, подожди, я ползу еще. Вот он, носик. А где ухо у папы? Нет. А у меня где ухо? Вот. А где рот у меня? А у меня где рот? Дима, а у меня где рот? У папы рот? Где ротик? Ротик, где у папы? Где у меня рот? Да что ты? Искакался. Да батюшки, какие у него новые движения-то. Всю подушку вытряхнул. Ой, сейчас пойду. Нос. А помнишь, я тебе делал вот так вот? Опа! Помнишь, как я тебе делал? И так. И вот так. И вот так. И вот так. И так. И вот так. И вот этак. Раньше хохотал. И так. Маленький был. И вот так. И вот этак. Сейчас скажи, ты уж со мной так не сделаешь. Гимнастика. Гимнастика была. А я думала, ты сейчас ему в нос. О, это волосиком. Это он совсем маленький был. Ну да. Ой, ты полез. Сейчас застрянешь там. Сейчас застрянешь и останешься. Опа. Все, ты останешься. Вот и не пух. Как интересно. Он любит, кстати, перелазить через такие. Все понеслось. Кто там в домике живет? Ну пусть лезет. Лезь. Ой, ты как он лезет. Лезь. Вот. Чуть ты туда-сюда-то. Кряхтит-то кряхтун. Как дед старый? А чё плачем? Всё, застрял? Ни туда, ни сюда? Чё, ноги длинные стали? Стали длинные ноги у тебя? Да. Рассказывай. Застрял-то.
Не то папа показал, не подумав. Не то, да, не то. На ножке покатай, папа. Чего ему теперь нужно? Давайте на ножке покатаю. Надо теперь его закрыть. Ого-го, давай. О, как весело-то как. Давай так, еще. Не лезь там пыль. А пыль! Дима, пыль, пыль, пыль. Пыль, 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 пыль. А пыль! А пыль! Как Дима чихает? Может, там деньги есть, дай посмотри. Да. Так. Как Дима чихает? Покажи, как Дима чихает. А? Как Дима чихает? О, молодец. Ты что ли научил или он сам? Сам он. Сам он научился. Он же все видит, слышит. Мой один раз покажешь, все, он повторит так же. Ой, это мой старый кошелек. А ты что его не носишь-то? Я тебе его дарила там. А у меня сейчас он в карман не помещается. Да что ты? Ба, у меня тут что-то осталось, блин. Что там осталось? Стой. Метида. А, метида. Надо себе. Вот смотри. Что там, карточка какая-то? Такси остались. А карта, что за карта? Сбербанк. Ты что, была, что ли? А хрен его знает, что это. А, может, мне разовую делали, наверное. Да. Разовая. Она, наверное, уже не нужна. Так, может, тут денежка? Может быть. Что-то номера какие-то, Илья. Записки. Да это Илюхин телефон, я считаю. Записки у тебя что там? Да это что? Квитанция. А где деньги? Давай. Вообще! Смешно!